Leading Investment представляет совместное производство компании Sidus F&H и первого кинофонда Benex. Фильм производства Bidangil Pictures, предоставленный компанией Sidus F&H. Манчжурия. Битва армии Чосона против армии Чин. Шел 11-й год правления в Чосоне короля Гванфэгуна. Генерал, их слишком много. Мы должны отступить. Думаешь, что говоришь? Отступить? Мы должны продержаться до тех пор, пока не прибыли основные силы. Прошло уже 5 дней. Они давно должны были быть здесь. Что ты предлагаешь? Отступить! Хватит пороть чушь. Ни один солдат не сдвинется с места до тех пор, пока сюда не прибыли главные силы. Проклятие. Ну как ты, Даян? Нормально. Меня так просто не убьешь. Чертовы ублюдки. Такое ощущение, что они вырастают прямо из земли. Вот черт! Решающая схватка. Эй, Дуян, приди в себя. Да очнись же. Не засыпай. Теперь сон – это смерть. Не спи. Открой глаза. Я не чувствую свою левую ногу. С ней все в порядке. Ты просто замерз. Доберемся до дома, и в тепле ты почувствуешь себя лучше. Так что соберись. Мы должны добраться домой. Интересно, что же стало с остальными солдатами армии Чосон? Как думаешь, они все погибли? Разве нас послали сюда не для того, чтобы умереть?
Может быть, они все и умерли. Но во всяком случае, наша армия исполнила свой долг. Хотя, не до конца. Мы-то с тобой еще живы. Это не смешно. Перестань болтать чепуху. Ты думаешь, мне сейчас до шуток? Я же мог здесь сгинуть из-за тебя. Я вас не понимаю. Разве ваши отношения с Чан Даянгом не были настолько близки, что их скорее можно было назвать братскими, нежели просто дружескими? И поэтому, когда началась чистка клана Собук и его отца казнили за предательство, не вы ли были тем человеком, который отчаянно умолял меня сохранить ему жизнь? Зачем же тогда вы отправили его в армию и настояли на том, чтобы он участвовал в этом сражении? Когда Даянг был еще юношей, он часто ездил в Мин со своим отцом и хорошо знал местность, где нам предстояло сражаться. Поэтому я и поставил его во главе одного из подразделений. Это правда? Так оно и было? Да, господин. Тогда поступайте, как знаете. Ведь только подумай. Если бы ты в свое время не отправил меня на военную службу, то я бы сейчас не подыхал здесь от холода и голода, как бездомный пес. Как считаешь, разве не так? Это все ерунда. Никто не собирается умирать. Мы выживем. И обязательно вернемся на родную землю. Чосон. Только не это. Чан Суньин объявлен государственным преступником.
Я не могу подохнуть здесь и оставить этих ублюдков безнаказанными. Во всяком случае, до тех пор, пока не отомщу. Как я тогда взгляну в глаза своему отцу? Послушай, Дайан, я должен тебе рассказать, иначе это убьет меня. Тот, кому ты хочешь отомстить, и кто виновен в смерти твоего отца, это... Это был я. Итак, вы приняли решение? Но мой господин, он же мне как отец. Члены вашего семейства принадлежат клану Дайбук, так же, как и каждого из нас. Как вы можете так говорить о враге, тем более в нашем присутствии? Безмозглый придурок. Итак, что вы собираетесь делать? Хотите умереть вместе со своим названным отцом? Сегодня каждому из нас важно сохранять преданность Его Величеству. В скором времени мы получим все основные привилегии при дворе. И разве быть одним из нас теперь не лучше из того, что себе можно только представить? Не слишком ли долго оставьте его? Он хочет умереть вместе с ним. Свободен. Я сделаю. Я сделаю это, мой господин. Позвольте мне. Но я хочу попросить вас об одолжении. Я же сказал тебе, что о будущем тебе нечего беспокоиться. Я говорю не об этом. Пожалуйста, только не его. Оставьте его в живых. Я умоляю вас, господин. Мне пришлось пойти на это. Так что прости меня. Прошу тебя. И, пожалуйста, убей меня.
холодные? Да какого черта? Вот же... Черт подери. Ян, так ты... Ты живой? Нам надо спешить. Помоги мне. На кой я сюда полез? Вот чёрт.
И что это был за шум? Мыши, что ли? Мать их так. Угораздило же меня. Там кто-то есть. Мы все еще на вражеской территории. Чёртовы ублюдки! А ты что, тоже из наших? Ты из армии Чосона? Да. Военный устав гласит, что тому, кто сбежит с поля боя, отрубят голову. Как же ты выжил? Какое облегчение встретить здесь еще кого-то из наших. Заходи, Даян. Чёртовы ублюдки. Вот же повезло. Что с этой дверью? А эти сидят как засватанные. Я здесь малость прибрался, как вы и просили, мой господин. Тогда, может... Ну и здорово же я замерз по дороге сюда. А тут я нашел немного еды. Это, конечно, не так много, но нам должно хватить на день-другой или вроде того. А оно что здесь делает? А ну-ка, давай в суп. Довольно большой постоялый двор. Это точно. Здесь обычно останавливались купцы, которые торговали между Чосоном и Минь. Но похоже, что мародеры с ними расправились. Ты знаешь эти места? Не так, чтобы... Разве что самую малость. До Чосона отсюда 3 или 4 дня пути. Правда? Ты уверен? Еще как уверен.
Я этим себе на жизнь зарабатывал. Так значит, ты был проводником у купцов? Тогда добраться отсюда в Чосон ты сможешь с закрытыми глазами, верно? А ты, случайно, не из моего отряда? Лицо знакомое. Черт, вот горячо! Горячо-то как! Да нет, что вы, господин! Я был в передовом подразделении, а выглядит совсем неплохо. Вы проголодались? Ну что ж, кушать подано. Здорово пахнет, верно? А вот и вам тоже. Ну что ж, попробуем. Ты правда считаешь, что это можно есть? А что? Разве не вкусно? Должно быть, ничего. Вы просто попробуйте. Бери свои грязные руки. Да ладно, раз нет ничего другого. Смотри, как голубая кровь разыгралась. Они теперь умудряются носом крутить. Вы должны быть мне по гроб жизни благодарны за эту похлебку. Вместо того, чтобы сидеть тут и права качать. Без меня вы бы давно с голоду сдохли. Вот же черт. Попробуйте теперь сами отсюда выбраться. Ублюдки чертовы. Я пошел не в ту сторону. Thank you.
Опять не туда? Черт. Я же так замерзну. Ты где был? Я выходил на минутку. Сходи по-маленькому. Для справления малой нужды и топор с собой прихватил. Собирался кого-то прикончить? Да нет, что вы. Конечно нет. Просто взял на всякий случай, мало ли что. Разве ж я на такое пошел бы? А на улице холодина, просто ужас. Холод собачий. Огонь почти потух. Не волнуйтесь, я подброшу дровишек. Эй! Здесь же достаточно дров для костра. Куда ты собрался? А я заготовил немного дров и сложил их в той комнате. Не нравится мне это. С этим придурком что-то нечисто. Что? Ты хочешь мне что-то сказать? Я? Ничего. Он слышал все, что я ему говорил? Наверное, нет. В противном случае он вряд ли снес бы это так спокойно. Достаточно. Остановитесь. Что, опять? Не переусердствуй. Не умеешь ты держать себя в руках. Извини меня. Я, похоже, увлекся. Неужели, чтобы успокоиться, нужно сбить человека с ног? Я был неправ, прости меня. Ты в этом уверен? Ты всегда ведешь себя так при ней. Искусное владение мечом – это необходимость, но ваша сила не только в оружии. Используйте знания, прежде чем взяться за меч. Да, господин. Поэтому я и стараюсь учиться всему. Хорошо. Бог дал тебе много разных талантов в литературе и боевых искусствах. Ну а ты, Доян, вечно на распутье. Литература или боевые искусства? Прикладывай больше усердия, чтобы не ударить перед другом в грязь лицом. Мне даже неудобно. Да, да, отец. Ты, как всегда, прав. Я буду стараться. Но сколько бы я ни пытался, похоже, что мне за ним не угнаться. Он на несколько лет старше, как ты верно заметил,
уже родился талантливым. Плюс его привычка ни в чем никому не уступать. Что бы я ни сделал, он все равно постарается сделать это еще лучше. Поэтому, пожалуй, не стоит тебе ожидать от меня слишком многого. Ты говорил, что нам отсюда 3 дня пути до Чосена, верно? Да, мой господин. Но идти по такой погоде будет очень тяжело. Я тоже так думаю, господин. Я вспомнил, где я тебя видел. Ты бежал с поля боя до конца сражения. Верно? Твои руки. Что ты теперь собираешься делать? Хочешь рискнуть? Простите меня, господин. Пожалуйста, пощадите меня. Пожалуйста, генерал. Я совершил ошибку. Простите меня, пожалуйста. Простите. Я знаю, чего ты так боишься. Но не волнуйся. Этого не произойдет. Правда? Мы уже проиграли битву. Теперь для нас главное выжить. Спасибо вам. Спасибо вам большое, генерал. Спасибо вам. Спасибо вам, мой господин. Спасибо. Спасибо вам. Грязный ублюдок. Нашего гонца среди убитых мы так и не нашли. Это значит, что он все еще жив, верно? Прошу прощения, мой господин. Может быть, во время этой жуткой снежной бури он спрятался где-нибудь от холода? Надеюсь, что так. Вне пути отсюда есть постоялый двор, на котором раньше останавливались купцы. Может, нам съездить туда и проверить? Завтра на рассвете мы отправляемся в путь. Погода ведь ужасная. Куда же нам спешить? Господин, я тоже считаю, что нам не стоит так торопиться. Я уже пробовал. Не то, что я хотел сбежать. В такую вьюгу мы быстро замерзнем насмерть. Если мы здесь останемся, то обязательно либо умрем от голода, либо замерзнем от холода. Ты сказал, что нам идти несколько дней. Остатки провианта и дрова для костра мы возьмем с собой. Как бы ни было трудно, мы должны добраться домой 5 дней. Но все-таки начинай собираться. Есть, господин. Это только усложняет дело. Зачем? Что значит зачем? Я же объяснил, что произойдет, если мы тут останемся. Ты просил меня убить тебя. Но теперь ты решил идти дальше? О чем ты говоришь?
Интересно, как долго ты собираешься притворяться, будто бы ничего не понимаешь? Наверное, поэтому ты и торопишься скорее отправиться в путь. Там, в снежном поле, ты решил, что я умер. Это был я. Правда? Ты... Да. Я все слышал. И благодаря этому я выжил. Сказанное тобой привело меня в чувство. Я не мог умереть рядом с предателем. Я ведь так хотел узнать это. Но... Раз уж я был слаб, то я решил притвориться, что ничего не слышал. Но раз ты решил уйти, то мне ничего другого не остается. Чертов придурок. Как ты можешь это есть? Понятно, что ты всего лишь невежественный варвар, но интересно, ты хоть раз пользовался этой здоровой штукой у себя на шее? Ты хоть представляешь себе, что он за человек? Ты думаешь, что он подарил тебе жизнь? Мы с ним тоже оставили поле сражения. Потому что только наивный глупец стал бы рисковать собственной жизнью ради славы власть имущих. Послушай, Дайан, он всего лишь использовал сложившуюся ситуацию и с ее помощью разыграл великодушие. Ведь ему это ничего не стоило. Я бы тоже смог так поступить. Ведь так оно и было. Похоже, что я не ошибся. Что? Ты хочешь убить меня? Это ведь естественно. Конечно. Раз уж ты нашел себе проводника... То обуза вроде меня... Тебе больше ни к чему. Знай ты это раньше, то бросил бы меня умирать еще там, в поле. Теперь ты, верно, об этом сожалеешь. Разве не так? Хватит об этом. Вернемся к этому разговору по возвращении в Чосон. Чосон? А ты уверен, что доберешься туда живым? Бессловесная тварь. Ты всегда платишь предательством за милосердие. Несмотря на то, что ты успешно сдал все экзамены и преуспел в военном искусстве, при дворе продолжают недовольно коситься на тебя и членов твоей семьи. И пост, который ты получил, незаслуженно низок для твоих познаний. Хотя даже для его получения мне пришлось за тебя здорово хлопотать. Тебе лучше будет уехать и вернуться сюда через несколько лет. Но, господин, я ведь хорошо сдал все экзамены. После всего того, что мы пережили, как вы можете отправлять меня на эту должность? Я избавился от всего того, что, по вашему мнению, могло помешать мне в дальнейшем продвижении по службе, но только не в этот раз. Не в этот раз? Что же ты станешь делать? У тебя ведь нет выбора. Господин! Хан-Бьон, я прошу тебя сделать так, как я говорю. Вы меня просите? Что это значит? Если дружба с Дайангом тебе не безразлична, я надеюсь, что ты сделаешь это ради его будущего. Вообще-то, тем, кто принадлежал к клану Собу, никогда особенно не везло. И то, что ваша дружба с моим сыном так крепка, постоянно доставляла мне массу неприятностей по службе. Но ты и Дайанг, точнее ваш род и наш, живут в вечном противостоянии. Мы разные по происхождению. Могу я вас кое о чем спросить? А Дайан тоже так считает?
Чему ты так радуешься, друг? Ты привел меня сюда? Так расскажи мне, в чем причина. А разве ты сам не догадываешься? Конечно. Я жив до сих пор лишь благодаря собственной интуиции. Хотел сказать, что я получил пост при дворе. Но ты ведь даже не сдавал аттестацию на службу. Родственные связи? Это твой отец похлопотал за тебя? Думаю, что так. Вообще-то я совсем не хотел, чтобы отец занимался всем этим. Но я ведь не так одарен в литературе и боевых искусствах, как ты. Я тебя умоляю. Да, кстати, с какими оценками ты сдал экзамены? Похоже, не очень. Мне жаль это слышать. А я получил этот пост из-за особого расположения. Мне даже стыдно за это. Хотя, я должен тебе еще кое в чем признаться. И что же это? Да, я решил жениться. Наконец, ты решил жениться на Сео Хьюн? Это значит, что в скором времени ты станешь зятем самого губернатора из аристократических высот. Ты вряд ли опустишь свой взор на простого смертного вроде меня. Ну что ты, разве я могу? Я надеюсь, что ты простишь меня за дерзость. И верно, излишнюю прямоту. Ты ведь пригласил меня сюда пить и веселиться. Давай займемся этим без лишних слов. Конечно. Я ведь знаю ее практически с детства. И никогда не испытывал к ней особых чувств. Но теперь эта девушка стала прекрасной женщиной. Ханмин, ты со мной согласен? Ну что ж. Да. Я припоминаю, что ты... Я? Что? Сео Хьюн тебе тоже нравилось с детских лет? О чем ты говоришь? Не было ничего такого. А мне кажется, что было. Это ерунда. Она мне не нравится. Да брось ты. Я же пошутил. Неуместная шутка. А я ведь знаю, что у тебя на уме. Что, господин? Ты ведь давно решил убить меня с этим придурком. Ну что вы, разве я бы посмел? Если ты хочешь остаться в живых, а ты ведь этого хочешь, единственная возможность выжить для тебя, так это прикончить его первым. Правда, после этого тебе придется убить и меня. Зачем же тебе лишний свидетель? Разве я не прав? Ну что ж,
Я уже не строю особых планов на жизнь. Так что мне все равно. Но учти, что жизнь Ли Хан Юна принадлежит мне. Ты понял то, что я тебе сказал? Завтра он собирается в дорогу. Поэтому убить мы его должны сегодня. Ни ты, ни я не сможем одолеть его в одиночку. Поэтому... Чертовым аристократам ни в чем нельзя доверять. На всякий случай. Отправляться в дорогу по такой пурге – дело небезопасное, верно? Да, господин. Не то, что небезопасно. Это просто неразумно. Как ты думаешь, сможет ли человек, тяжело раненый в ногу, пройти такой путь? У тебя есть семья? Что? Сколько у тебя детей? Четверо, господин. У меня три парня и одна девочка. Так я полагаю, что ты наверняка хотел бы остаться в живых, чтобы снова увидеться с ними. Если мы доберемся домой, то клянусь тебе жизнью, что я хорошо отплачу тебе за твою помощь. Что? Да. Же тупые ублюдки. Черт возьми. Мой хозяин тобой недоволен. Что? Почему? Как окружному голове, ему приходится тратить на вас слишком много денег. Ну а доходов у него от этого не прибавляется. Вот я и подумал, где же нам взять больше денег? Может, стоит поднять налоги? Но, господин, нет, прошу вас. Хватит жаловаться. Ты все приготовил нам завтра в дорогу? Да. Мы выйдем пораньше, так что выспись получше. Так ты решил, что же делать со мной? Собираешься меня убить? Или просто оставишь меня здесь умирать? Раз уж ты не спешишь с ответом, то я полагаю, что ты выбрал первое. Куда это ты?
Пойду отолью. Лучше безмозглые существа. Поэтому такие, как он, и пашут с утра до вечера, постоянно жалуясь на жизнь. Он должен был помочь мне убить тебя. Потому что с завтрашнего дня нам такой возможности больше не представится. Послушай, Дайан, ну как же? Ты, наверное, сам уговорил этого невежу избавиться от меня первым. Конечно, ты это сделал. Ты ведь можешь его подкупить. Чон Дайан, неужели ты хочешь закончить все так? Вот ты и показал свое настоящее лицо. Как же мы до этого дошли? А что? Ты предпочел бы, чтобы я умер от ран? Ты понятия не имеешь о чести. Сначала ты убил моего отца, а теперь собираешься убить и меня. Прости, но я на это не пойду. Я убью тебя сам и отомщу за твое предательство. Хорошо. Если ты этого хочешь, то мы будем драться. Отправляйся в ад! Это толченное стекло. И теперь он не сможет нас нормально видеть. Я же сказал тебе, что он мой. Сукин сын, какая теперь разница, кто его прикончит? А ты неплохо двигаешься для слепого. Ты примитивная абразина. Думаешь, что это сойдет тебе с рук? Чтобы выжить, я готов на все. Тебе все равно конец, так что уйди с миром. Сдавайся, я сказал. Я же сказал тебе, он мой. Ах ты, сукин сын! Да я... Неужели ты пойдешь на это? А что бы ты сделал на моем месте? Мне больше ничего не остается.
Ну, мой господин, постойте, за что вы меня забираете? Ты не уплатил военный налог за месяц, поэтому отправишься в армию. Но я же все заплатил. Проверьте ваши записи. Я давно все заплатил. Наши записи? Что ж, я не знаю, кому ты там что заплатил, но в моих списках тебя нет. Взять его. Господин, ну зачем же вы это делаете? Я ведь всегда хорошо относился к вашим подчиненным. За что же вы так со мной? Господин, пожалуйста. А ты когда-нибудь давал деньги лично мне? Ты вечно платил всяким придуркам. Надо было с самого начала приходить совсем ко мне, а не раздавать деньги кому попало. Пошли. Господин, слишком поздно. Так что теперь ты отправишься на войну. Забирайте его. Господин, пожалуйста. Я умоляю вас. Не волнуйтесь. Мне это не впервой. Я обязательно вернусь. Идите домой. Мы отправляем нашу армию на войну для того, чтобы укрепить свои взаимоотношения с династией Мин. Хотя прекрасно понимаем, что горстка солдат Чосона не сможет противостоять вражеской армии. Постарайтесь продержаться в тылу армии Мин, а затем возвращайтесь домой. Если вы сможете отличиться в этом сражении, это тоже пойдет вам на пользу. Война – это прекрасная возможность проявить себя тем, у кого слабая родословная. Так что помните об этом. Да, мой господин, я это запомню. Главное для вас – это вернуться живым. По возвращении с войны я найду вам достойную должность при дворе. Господин, что? Ты хочешь мне что-то сказать? Я хочу попросить вас еще об одном одолжении. И что это? Говори, не стесняйся. Сеу Хьюн, дочь бывшего губернатора, стала рабыней. Я знаю. И что? Я... Ты хочешь, чтобы я отдал ее тебе? Хорошо. Я позабочусь об этом. Спасибо большое. Не стоит. Я всегда готов помочь тому, кто пожертвовал стольким своей жизнью ради того, чтобы стать на нашу сторону. Но ведь... Разве эта девушка не собиралась замуж за Чан До Янга? Что-то похолодало. Что? Ты злишься? Или сожалеешь? Конечно. Тебя ведь ждет слава по возвращении в Чосон. Ты это знаешь.
И должен быть зол на тех, кто мешает тебе в этом. Грязный ублюдок. Солдаты Чин. Они здесь. Нам нужно где-то спрятаться. Спрячемся в подвале. Идите все сюда. Сюда. Помогите мне ее открыть. Сюда. Хватайтесь. Поднимайте. А ты чего сидишь? Скорее прячься, иначе солдаты Чинь убьют нас всех. Не раздумывай, Дуянг. Быстрее! Поверить не могу. Постойте, если он сбежит, то приведет сюда войска, и тогда нам конец. Не дайте ему уйти. Да что вы стоите? Теперь нам конец.
Господа, у нас нет на все это времени. Солдаты могут появиться здесь в любую минуту. Верно? Послушай, Дайан. Конечно, я знаю. Я и сам больше не хочу находиться при дворе. Я должен быть рад уже тому, что смог остаться в живых при захвате власти кланом наших врагов. Почему бы тебе не пойти на службу в армию? Им там наплевать на твою родословную. Мне это неинтересно. Не хотел бы я закончить жизнь, будучи у них бойцовой собакой. Все будет зависеть только от тебя. Ты же знаешь, как порядочный человек может прожить без регалий и без особых доходов. Взять хотя бы меня. Иди в армию. Как ты мог? Тогда давай сделаем так. Если ты пробудешь под водой дольше меня, то я сделаю так, как ты сказал. Да ты что, лето-то уже кончилось, сейчас холодно. Ну что ж, тогда не стоит тебе идти в армию. Такая жизнь тоже не так уж плоха. Что? Неужели ты так быстро сдался? И разве холодная вода может расстроить твои планы? Полегче, я так упаду. А я этого и хочу. Постой. Тогда пойдем в армию вместе. Мы ведь с тобой друзья, верно? Вот это освежились! Как ты мог? Хан Юн! Господа, я должен выжить! И у меня нет времени заниматься здесь вашими разборками. Так что прошу покорно простить, подыхайте здесь сами, как хотите. Хватит! Я же сказал достаточно! Хорошо. Вам нужна его жизнь? Пожалуйста. Я из-за вас и так чуть руку не потерял. Он весь ваш. Берите. Хочу спросить у тебя кое-что напоследок. Сейчас ты умрешь, так что говори мне правду. Разве для того, чтобы выжить? У тебя больше не было выбора? Тебя заставили это сделать, да? Ответь. Отвечай. Говори же. Ответь мне. Да убей же ты его, наконец! У нас нет дня в запасе! Ах ты, бестолковый придурок!
Не смей вмешиваться в наш разговор, ублюдок! Сиди себе смирно и сопи в две дырки! Что ты сказал? Ах ты, сукин сын! Чёртовы аристократы! Я убью вас обоих! Сукины дети! Он уже почти мертв, так что я тебе больше не нужен, ясно? Я сделал свое дело. Вы хоть знаете, где бы я сейчас был, не втяни вы меня во все это. Это все из-за вашей чертовой интеллигенции. Сучье отродье. Я же ведь дал тебе возможность прикончить его. И терпел все это. Я терпел это. Надо было прикончить вас обоих. Какая мне теперь разница до того, кто из вас будет первым? Вы только и умеете, что пользоваться людьми. А сами чертовы аристократы. Нас даже за людей не считаете. Да сдохни ты, мать твою! Сдохни! Умри же ты, чертов ублюдок! Умри! Не может быть. Как же такое могло случиться? Попалась? Нет. Только не это. Не это. Нет. Скорее! Мне нужна помощь! Скачите за мной! Thank you.
ты? Даянг, это ты? Послушай, неужели все так и закончится? Я не знал, что случится с твоим отцом. Если бы я знал, то разве пошел на это? Да, мне обещали сохранить жизнь, если я выдам твоего отца. Я признаю это, но я сделал это не только ради себя, но и ради тебя. Если бы не я, то ты был бы уже давно мертв. Они бы убили тебя так же, как убили и твоего отца. Мне пришлось пойти на это для того, чтобы спасти тебя. Закрой рот, ты лживый ублюдок. Вот ты где. Мерзкий ублюдок. Ты жалкий предатель, так что закрой свой поганый рот. После всего того, что мы с отцом для тебя сделали, ты отплатил нам за это предательство? Кто же ты после этого? Твой отец уже мертв. И моя жизнь не сможет его воскресить. Пойдем домой. Давай вернемся вместе в Чосон. Мне дадут достойную должность при дворе. А я смогу позаботиться о тебе. Ну как тебе это? После смерти отца моя мать сошла с ума от горя и повесилась. Будь ты на моем месте, смог бы ты это простить? Да, это было непросто. Ты прав. И, конечно, такого простить нельзя. Но все-таки это я сохранил тебе жизнь. Поэтому ты и жив до сих пор. Но, похоже, теперь этого не остановить. Да. Говори дальше. Признайся мне во всем. Хорошо. Я скажу тебе. Ты должен узнать всю правду перед тем, как умрешь. Да, я сделал это. Я сам пошел к ним и донес на твоего отца. Это тот человек, который сообщал нам о всех планах и замыслах клана Собук. Я это сделал. Расскажи нам все, что тебе известно. Но пообещайте мне одно, господин. Ведь я предаю человека, который всю жизнь был мне словно родной отец, и могу рассчитывать на большее. Я же сказал, что тебе больше нечего беспокоиться о своем будущем. Я хотел бы услышать это лично от нашего многоуважаемого главы. Хорошо, я даю тебе свое обещание. Так что слушай. Ты ведь этого хотел? Зачем? Зачем ты сделал это? Ты спрашиваешь, зачем? Почему ты отплатил отцу предательством за милость? За что? Милость? Конечно, ведь он относился ко мне так же, как к собственному сыну. Только почему, если все это было именно так, зная, как тяжело мне давался каждый шаг в этой жизни, он мог отдать заслуженную мной должность тебе, а меня просто взять и отправить прозябать провинцию. По-твоему, это веская причина? Так значит, должность при дворе ты не получил из-за меня? Что? Ты лживый ублюдок. Мы приютили тебя, одели и делили с тобой кусок хлеба. Как ты мог? Безродных всегда переполняет честолюбие, даже из-за умения владеть мечом. Я должен был догадаться, насколько ты был глуп и примитивен в своих помыслах. При первой возможности ты бы предал любого ради достижения собственной цели. И что ты сделал? Предал своего друга
Сдал врагам моего отца ради возможности пробиться наверх. Пошел воевать на чужбину, чтобы сгинуть как пес. Так тебе и надо. Да что ты об этом знаешь? Как ты можешь так говорить? А что? Это же правда. Тебя, без рода и племени, просто использовали люди клана Дебук. Что? Они приказали мне сразу после сражения избавиться от тебя. Что? Так ты думал, что я ничего не знал? Зачем вы хотели меня видеть? В рамках дальнейшего установления порядка и стабильности в обществе Чосон, Его Величество приказал восстановить членов семьи Собук в правах и провести повторное расследование их дела. Он также предполагает вернуть им некоторые должностные позиции, которые у них были при дворе. Что это значит? Вы решили заключить мир после всего того, что сделали? Это же политика, а в ней... Используют все методы для достижения цели. Бьют своих, чтобы чужие боялись. И тепло пожимают руки даже кровным врагам. В этом весь ее смысл. Это значит, что вам, политикам, практически все дозволено. Мы не устраиваем между собой базарных разборов, но сражаемся... на поле государственной власти. Если бы твой отец был облачен государственной властью, то я бы сейчас лежал на его месте в могиле. Это только вопрос политики и ничего более. Так что вы хотели мне сказать? Зачем я вам понадобился? Это подарок тебе. Я слышал, что ты разыскиваешь того, кто предал тебя и твою семью. Все люди... которые были в этом замешаны, записаны в деле. Там указаны имена всех информаторов и рассказано о том, как все это началось. Я специально подготовил этот документ для того, чтобы ты смог отомстить за отца. И оставил наши размолвки в прошлом. Ты все узнал? И поэтому я не поверил написанному. Я и представить не мог, что это был ты. Я решил, что люди клана Дебук решили снова меня провести. Но я... хотел... верить тебе до конца. Но в конце концов, ты все-таки... показал мне свою отвратительную и мерзкую, мелочную душонку. Старая крыса. Теперь ты это понял? Так что теперь тебе должно быть без разницы. От чьей руки ты должен был умереть? Заткнись, я не собираюсь умирать! Проклятые твари! Я убью их всех! Я убью каждого из них! И начну я с тебя и этой старой крысы! Я уничтожу их всех! Так ты до сих пор не понял? Не понял, что это не те люди, с которыми можно сражаться на поле боя с помощью одного лишь меча. Даян, ты решил поиздеваться надо мной перед смертью. Ты чертов сукин сын. Но ты сам все это начал.
Это ведь ты вечно подтрунивал надо мной. А как твой отец поступил со мной? Если бы не вы, то этого бы не произошло. Даян, вы вынудили меня так поступить. Ты никогда не выказывал мне уважения, хотя моложе меня на 3 года. Возраст еще не дает тебе привилегий. Ах ты, сволочь! Иди сюда. Где ты прячешься? Выходи. Ублюдок, я прикончу тебя. У меня нет лишнего времени. Я еще должен вернуться в Чосон и убить этих ублюдков из рода Дебук. Тебе же придется умереть первым. Так что выходи. Выходи. Даян, где ты? Выходи. Чан Даянг, ты же здесь, правда? Я знаю. Я даже слышу твое дыхание. Что это? Что с нами произошло? Как это случилось? Я ведь старался изо всех сил. И делал бы то же самое, начни я жизнь сначала. Ведь это мой единственный путь. Зачем? Зачем же ты рассказал мне правду? Почему ты не скрыл это от меня и не оставил веры в тебя? Зачем ты это сделал? Будь ты на моем месте, что бы ты сделал? Но разве ты поступил бы иначе? Иначе. Я вернулся живым, как вы и просили. Теперь пришла ваша очередь сдержать свое обещание. Мои глаза. Что с ними? Что с моими глазами? Я не вижу. Нет.
Мы проверили весь дом. И он единственный солдат Чосона, которого мы нашли. Эти люди убили наших солдат. Они прятались в доме и неожиданно напали на нас. Но больше здесь никого нет. Похоже, что они перебили друг друга. Что за жуткое зрелище? Я должен выжить. Вернуться домой. Безмозглый глупец. Ты бы себя теперь видел. Похоже, что он генерал армии Чосона. Может, нам взять его с собой? Не стоит. У нас и так достаточно военнопленных. И он нам ни к чему. Должен вернуться. Так что нам, бросить его здесь? Он все равно не жилец, так что пусть умрет медленно. Так для него будет еще мучительнее. А зачем Чосон направил сюда свою армию? У них же не было причин вступать в войну. Чосон хотел завоевать политическое расположение у членов династии Минь. А как же тогда солдаты их армии, которые здесь погибли? Они погибли ни за что. Их отправили сюда Перевод и адаптация текста осуществлен СПД, а релиз группой Камон.